Я на Урал ездил. Приехал, на день рождения попал к племяннику. Погуляли, походили, покатались с горки большой. Слава богу, из больницы выписалась, и хорошо. Да. Подготовка к Новому году. Как готовились, расскажите немножко. Ну как, елку ставили, наряжали, больше ничего. Город украшен очень нарядно, красиво, как вторая Венеция. Город великолепен, и это радует глаз. Поэтому спасибо большое, что нарядили его. К Новому году готовимся, это раз. Во-вторых, то, что мы никто не болеем сейчас. Ну и пока у нас все живы-здоровы в семье, в родне. Вот это самое главное, я считаю. Мы приехали к внукам, воспитываем, гуляем. Набережная замечательная. Чувствуется новогоднее настроение, потому что город наряжен. И вообще все замечательно. Зачеты сдал. Мы были на юбилее у друга своего. Очень приятно провели время, встретились с друзьями, пожелали друг другу в Новом году всего самого доброго и хорошего. Поэтому все нормально.